Друзья, всем привет! Сейчас будет производиться замена кнопок света ВАЗ-2115. Как мы видим, вот новое купил. Стоит 250 рублей. А эти залипли. Ни туда, ни сюда. Все. И я сейчас ехал, и они залипли. И запах проводов пошел. То есть они сгорели. Заехал, купил. Сейчас буду производить замену. Взял вот отверточку. Видим, кнопка отлетела. У меня есть вот такой нож. Сейчас мы ножом подковырнем. Оп. Все, как видим, кнопки вышли. Вот. Сейчас будем ставить новые. Включу зажигание, посмотрим, работает, нет. Не работает. Значит, причина в другом. Будем искать в чем. Ну, друзья, видим, горит. Видите, горит только правый бегущий поворот. Вот так вот выключил. Так выключено. Сейчас мы включаем габариты и ближний свет. Как видим, ближний свет работает. Бегущий поворот правый работает. Нас это не устраивает. Сейчас посмотрим, туманки работают. Туманки не работают, надо смотреть предохранители. Вот, друзья, нашел предохранитель 25-й. Как видите, он сгорел. Так вот видно. Сейчас вот здесь попробую найти тоже 25-й. Попробуем заменить. 20-й, 40-й, 15-й, 20-й. Вот, 25-й. Новый. Сейчас попробуем поставить. Оп. Пойдемте посмотрим. Оп, смотрите, оп, 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 понимаете, так. Все, все заработало. Если бы не предохранитель, замена кнопки около 5 минут. А то, что еще искал предохранитель, ну, чуть больше. Посмотрим, аварийка работает.
все работает. Вот тут у меня одна лампочка подтупливает. Я заказал на Али, жду, придут, поменяю стробоскопы, стоп-сигналы. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь.